Посмотрите канал Уральская усадьба. Привет! Сегодня у нас 15 июня 2017 года. Построили мы теплицу. Усадьба люкс, шириной 3 метра, длиной 5 метров. Каркас теплицы у нас сделан из профильной трубы 20 на 40, подпирающая арка. Из трубы 20 на 20, арки в виде ферм. По торцам расположены разрезные двери-форточки. Также в теплице у нас имеется глухая перегородка, которая делит конструкцию в соотношении 2,3 метра. Также у нас установлены коньковые форточные блоки, две штуки, по одному форточному блоку в каждом отделении. Форточные блоки оснащены системой термоприводов. Сама конструкция стоит у нас на бетонном основании, закреплена с помощью анкеров. Также установлены диагональные растяжки. Поликарбонат мы использовали 4 мм, 0,8 плотность. Самый жизнеспособный, самый дорогой поликарбонат на этой теплице. Все торцы у поликарбоната защищены торцевым профилем. Также на торцах у теплицы установлен зеленый декоративный уголок в цвет теплицы. Полка уголка 50 на 50. Вот второе отделение, как я и говорил, второй форточный блок. Также с термоприводами. Теплица очень большая. Высота стенки около 2 метров, высота в коньке почти 3 метра, масштаб ощущается и очень прочная, надежная конструкция. Ну вот на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!